Люди с буквой М в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером: самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Люди с буквы М стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Буква М в имени дает большую внутреннюю силу. Иногда эти люди бывают излишне мелочны. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Планетой этого имени является Венера. Если же чувство прекрасного у этих людей трансформируется в страсть к роскоши, то они способны опустошить любые кошельки для ее удовлетворения, из-за чего имеют шанс умереть в нищете. Эти люди ответственны и терпеливы. Иногда буква И в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Внешне человек показывает практичность, как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И – тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Буква И в имени говорит о неполноте и чуждости. Буква Д в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Они всегда стремятся действовать. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.